Привет! Мы увидели больших сомов в нашей речке. Сходили, взяли. Вон, смотри, какие гиганты. Тихо. Сходили, взяли удочку. У магазинчиков там знакомые индусы, Роза. Они дали нам такую вот самодельную удочку. Мы попробуем сейчас поймать этих. А здесь кто? Сом? Рыба-сом? Сомы, да. Ну, они такие здесь здоровые. Вот они здесь сожрали. А ловит он на хлеб. Да. Ну, потому что так как больше ничего нету. Вон он всплывает, посмотрите. Он такой здоровый. Ну, конечно, вам здесь, наверное, не видно. Но, о, боже мой, он очень большой. Усище. Ты решил, куда ты едешь отдыхать, там у тебя лов для рыбы, да? Да. Молодец. Смотрите, какой оставляет. Муть. Такая затока у нас здесь. Надо размягчить хлеб. Сделать его как тестом, а то они вроде все съедают. Он просто хлеб, он быстро размачивается в воде. Так что мне. Ребята, первый наш улов. Красавчик. Маленький. Рассчитываем на крупнее. Но сейчас будем пробовать покрупнее ловить. Он немножко у нас вымазался. Ребята, посмотрите. Вытащил. Ух ты, черт. Очередного сома. Этот уже побольше. Смотрите, какой здоровый. Блин, как его взять? Потому что у него еще шипы какие-то на вот здесь. Они так укололся, очень щипали. Вроде как ядовитый. Вот он так вот выглядит. Такой вот соник. Что, ребят, могу сказать, если вы едете куда отдыхать, если вы рыболов, берите снасть. Потому что смотрите, на какие снасти ловлю. Камушек, соломинка и крючок. Без... Просто кусок проволоки, можно сказать, а не крючок. Там нету зацепа. Да, вот такая вот рыба. У нас сегодня будет на ужин. Не зря я сходил на рыбалку. Теперь бы ее положить как-нибудь. Дай-ка, стой. Вот она, ребятки. Попался. Ну вот. Уже кое-что есть. Да, так что вот в такой канаве всплывают такие экземпляры. То просто офигеть, ребята. Просто не хватает снастей. У меня какие-то вот в соседнем ларьке индусы дали попользоваться. Но это, честно говоря, так. Я вам опять повторюсь, покажу вам. Соломинка, нитка, соломинка, камень и крючок. Ну, крючка даже нету. Да вот зацепа нету даже, блин. Такое все поизношенное. Были снасти, можно было здесь сомов набить. Ох-хо-хо. Так, друзья, третий сомик попался нам. Ух ты, черт, трепещит. Смотрите, какой красавец. Так, ну а на донке просто-напросто перегрызли крючок. Не знаю, что у них там за зубы такие. Вот такие вот чудовища водятся в этой речке. Но мы узнавали, их кушать можно. Так что будем ловить. Но уже жарко. В обед начали.
если бы с утра, можно было их набить нормально. Ну ладно, может еще парочку поймаю. Нажарю оху. Катя уже домой пошла, жарко очень. Я пока ловлю вот на такой вот канавке. Да, друзья, что и руки затряслись, все. Жахнул, ну, не менее 3 килограмм под 5. Ну, не смог я вытащить. Ну, на берег я его вытащил. На землю. Смотрите, даже боролся с ним. Коленку расхватил. Прыгнул на него. Ну, выскочил. И обратно туда. Это пипец. Пойду промою рану. Вот это рыба. Так, ребята, смотрите. Очередного. Блин, вон того здорового на той площадке. Я его ногами, руками держал, держал. Блин, а вытянул прямо на площадку и не смог удержать. Блин, и он разодрал все себе. Ну ладно, будем поменьше ловить. Жалко, конечно, но там 3 килограмма удочка чуть не сломалась. Я удочку бросил, за леску тянул. Да, вот это рыбалка. Так, друзья, смотрите, вот такой вот наш лов. За... где-то за час-полтора. Самый большой, конечно, свалил, но одного большого я поднял. И это все вот на такой вот речушке. Вот на такой. Так что я даже не подготовленный нашел удочку, поймал рыбу. Ну а если приехать с нормальными снастями, то нормально можно порыбачить. Так что, ребята, от вас лайк, колокольчики, подписка. Ну и увидимся в следующем видео. Все, пока-пока. Так, ребята, вот я выяснил, что это по нашему сом, по индийский тигур. А так это как catfish. Catfish.